Друзья, всем привет! И добро пожаловать на канал PH3 Games. Мы с вами продолжаем. Так, одержали победу мы над Аидом. Аид пал. И теперь давайте проповедимся по этой речушке. Так, куда не плыть, туда, а кто туда? Дарей. А вот она, Аид. О, не очень прожал. Гани, у нас пусть прожрали. Жесть. Так, сплывай. Тихо. Так, вызов души. Ага. Получил бог Аида, Краш. Они призовут души троллей. Да, если не пикалифика. Душ помогает, а не пикалифика. Он сайт там. Уничтожает, да? Так, я мощный удар. О, отлично. Тут что-то зашкаливает. Да, вырубай его в сервисе. Много? Так, он сейчас мощным ударом вот этот мучусь, да? Так, смена оружия. Ага. Так, наши клинки, я, кстати, их прокачал. Это второй уровень. А, снова там всякие. Приемчики доступны. Ладно, опять купаться, да? Здесь все, мы все собрали. Ладно, поплыли. Нарея Кратос. Погружение. Это что это такие, да? Твари подводные. У нас они не трогают так, что у нас. Потому что душа Аида. И он прикольно ныряет. Так, ладно, давайте идем за рычаг. А, подводу решетка открылась. И там тоже вдали тоже. А, ныряем. Погружение. Выныриваю. О! Кратос! Ха-ха. Невозможно! Бог кузнец. Неужели Аид больше не правит в царстве мертвых? Да. Пал Аид. Бог подземного мира убит. Убит? Ха. Аид заслужил кару. Но я думал, его смерть невозможна. Боги Олимпа слишком самонадеянны. Интересно. Я это запомню, спартанец. Угу, напомни. Так, что там? Тебе нужна душа бога, чтобы открыть врата Гипериона, Кратос. Никто не открывал их много столетий, они, видно, сломаны. Я так давно не видел прекрасную. Знаешь, Кратос, я не всегда был таким жестоким. Когда-то я был самым уважаемым мастером на всем Олимпе. Зевс отдал мне в жены прекрасную Афродиту. Моя мать Гера гордилась моим талантом. Но когда ты убил Ареса, вся моя жизнь покатилась под откос. Тогда Зевс стал жестокосердым извергом. Самое ужасное. Он забрал у меня мою дочь. Пандору. Смысл моей жизни. Мои дни проходят в попытках воссоздать ее. Но я не себе... могу, никак не могу. Она жива, спартанец. Я чувствую. Ты. Ты, Кратос. Ты можешь вернуть мне ее. Твоя дочь... не моя забота. Да, Кратос вообще наплевать. Ты ведь можешь меня понять. На все и на всех. Когда-то и ты только был вместе отцом. Все. Угу. И ушел. Так. Ну ладно, продолжаем. Ты, кузнец, начал работать. Опять начал там кувать, клепать. А
Афродиту воздавать, да? Так, кузница. Ну, понятно, что кузница. Так, теперь нам надо портал, значит. Так, сюда. Они сейчас могут восстать, да, значит? Эти четверо бравых солдат, или кто они такие? Так, блин, опасно же. Так, ну ладно. Пускай. Ого, сразу один очнулся. Ах, бог стоит живой. Давай, Кратос. Пробили. Еще один. Спарта. Это Спарта. Хватай. Ну, а теперь кушай. Отлично. О, Гончиада очнулись. Хватай, хватай этого, хватай. Ну, не шавку хватай. Брось ее. Хватай. Держи. Лови. Отлично. Гончиада, разобраться надо. Не мешали тут. Один еще не очнулся. Ходи, уходи, уходи. Ах, представь. Скинь ее. Так, ну, здоровяк. О. Теперь держи. Беги. Отлично. Так, а ты что там стоит? А, он не очнется, что ли? Или потом очнулся? Он один остался, кстати. Что нам не страшно. Так, нам куда же он? Главное. Не пройдешь? Или можем пройти? Нет, не может. Сундуки мы там открыли. Все забрали. Значит, туда пойдем. Прямо. Снаружи, вон, портал открылся. Отлично. Так, здоровье надо, а вот магию нам надо. Отлично. Пока все идет по плану. Когда мы с этого царства Аида выберемся? Так. Ну да, я заметил уже, что открылся портал. Так, никого не видать, их перебили, да, значит. Ну, пройдет еще. Здесь тоже никого не так. А, теперь нам надо. Кто-то опрыгнул, блин. Опа. Слушайте. Так, сохраниться можно. Ладно, давайте быстренько это сделаем. Это нам бездна. Да, тут-то. Хотя не тут нам, а в кузнице надо было сохраниться. Ну ладно. Сохранялки эти. И куда там наметились? Меня что ли? Попали. Ну-ка, бошки покрываем. Да, наушники вообще здесь ни о чем. Так, ну все, выбираемся, да? Куда-то выход идет. Желен на поверхность. Походу точно покидаем от царства Аида. Помни о своей цели, Кратос. Тьма накрывает нас. Смерть Зевса – последняя надежда. Слушай меня, Афина. Зевс Афина. Будет убит. Ну ладно. Афина.
точно выбрались из царства этого. Тихо, тихо. Ты что, на панике есть? Опа. Бой продолжается туда. Олимпия. Ну да, продолжается без нашего участия. Теперь будет с нашим участием. Так, тупик лежат. Вот это, так, титаны ползут тут до сих пор. О, это же походу Гея. Точно. Она же нас предала. Скорее, помоги мне. Ага. Помочь тебе? Крат осознал памятный еще тот. Типок. Я так страдаю. Я пыталась вернуться в битву, но... И не подумаю. Ты знаешь, у меня не было выбора. Ты должен помочь мне. Должен. Ты прям должен, обязан, что ли? А, вот ее рука, которую Зевс и почти оттяпал ее. Да. Что, вот он, пожил он, что ли? А, точно. Ай, жил. Мышцы, мол, какая там. А вот и кость, да? Вот это да. Сука, вообще тут где? Кратос! Неужто я ничего не значу для тебя? Ты нужна пока полезна, Гея. Вот и все. Я должна сразиться с Зевсом. Титаны должны разрушить Олимп. Нет. Да нет, ошибаешься ты. Это моя война, не вот твоя. Именно. Так, значит, отрубить кость, да? Ладно. О, еще этим мечом. Давай. О-хо-хо-хо, это, наверное, больно. Улетело. Наверное, в царство Ида. Так, а рука осталась. Ага. Ручная работа, ну да, ювелирная. А руку можно что, скинуть, что ли? Ну-ка, опа, думай. Давай-давай. А, точно. И рука улетела. Да что же ворота такие интересные. Так, здоровье, да? У нас здоровье по максимуму. Здесь можно собрать немножко сфер на прокачку. Нормально, нормально. Так, и открываем. Врата Олимпии. Доблесть заказать свою. Ага. Вот они. Войско Олимпии, да? Ну ладно, давайте докажем. Где наши? Когти Аида. Хватай. Давай. Еще летай. Так. О, один погас. Одного ночи. Похуй, да? Хватай. Ой, мочи, мочи. Все скидывай. О, нет, только не кончи. Поганые погонщики здесь. Так, почему у нас клинки поменялись? Так, ну так, как-то еда. Души, пасов. Когти тоже куковая атака есть. Особенно мощная атака вообще. Выносит. Шавка. Шава. Это не шутка, как там я могу. Вот поставить их ем. Еще возвращаем нас. Войско спарк. Шел вон. Так, сколько там лезут еще? Ну да, не думаю подходить там, сзади к нам, обкатываться. Хватай его, хватай, хватай. Ну, получилось. Вот тут, ладно, так добьем. Все?
Последним был? Сим-сим, откройся. А, нет, постой, не откройся. Сейчас дыры поправим. Отлично. Открывай. Кто нас там встречает? Никто. Что так плохо? Так. Это гарпии или кто они такие-то? Так, ну капаун использовать, чтобы удерживать. Да, гарпии, точно. Ладненько, давайте. А, во как, перелетать можно. Прыжок. Отлично, ну, прикольно. Да, можно псину тут оседлать. Гарпия. Кого еще можно оседлать? Так, здесь. Ага, опять. Сюда. Перепрыгнуть. Оп, не долетели. А что так быстро сдохло? Они появятся? Появились, он летает. Ладно, зато соберем сверху. О, не зря, не зря упали. Ну, 7000 будет? А, почти. Ну, давай запрыгнем. А кто еще цепляется, бодается? Вода. Выпрыгиваем. Надеюсь, сейчас долетим. Прыжок. Отлично. Так. Сохранялка. Угу. Ладно, заберем магию. А, так, чтобы это здоровье тоже заберем. Что у нас полное, да? Быстро сохранимся. Дворец Аида, на кузнице пускай будет это дело. Так, стоп, вон там что-то было. Вон, наверху, наверху там что-то есть. Давай, давай, о, сундуки там, давай, давай, еще немножко. Прыгай, прыгай, Кратос. Отлично. Так, открывай. И добро забираем. Ага, урок Минотавра. Ну, здорово, еще один и будет, найс. Хотя он, походу, здесь у нас. Один это глаз Гаргона, еще один. Ну что, можем еще здоровье увеличить? Там, да. Так, не в Кратоса у нас полон. Так, здесь мы так пролетим. Тут у нас уран достоинства на месте. Пыши на груды такие гарпии. Так, и вау, титан. Гелиус вам мочит, да? Бог Гелиус. Так, опять Олимпия. Солдаты пришли. Перепрыгиваем, перелетаем и на бой вызываем. Попали, да? Хватай. Побежал. Летел. Ты что там? Подишка мне бить, что ли? Хватай, хватай его. Хе-хе, не успел, да? Так, улетел. Раскидывай их. Добивай. Отлично. Живые что? Побежал. Все. Все. Ага. Это кто? О, кентавр. Броне весь. Улетаем.
Ближе подойдем. Войско Спарты. Войско Спарты. Летит товар. Чем ему? Рогом. Копытом. Войско Спарты. Во-во-во-во. Хватай его, хватай. Хватай его быстрее. Ай, на пиру нас посадил. А почему не хватаешь его? Давай, седлай его. А, он так же глупо спорит. Ну, нормально. Так, что у нас там по здоровью? Здоровье нормально, а вот магии мало. Так, и дальше куда? А вон, туда наверх. Здесь закрылось все. Так, ну ладно, вау, и титан. Идем на пол. Ух ты, падла. Так, люди тут бегают. О, это же сидит. Ага. Поджарил, да? Так, можно здоровье поправить. Давай поправим. Так, нам сейчас его бомбить. Ну да, больше ничего нет, ладно. Сейчас. Это кто там за чужая змея? Это что такое? Охереть. Возьми рожа льва. Да. Эфические создания тут. А, кислоту я брызгал. Жесть. А, надо отбиваться. Давай. Спарта. Спарта. О. Наколган. А, или хвост отрубили. Заменют. О, устал. Отбивал. Огнем жарит. Стопы. Иди сюда, блин. Это бывший посол. Мощный удар. Сейчас мы его оседуваем, наверное. Во-во, хватай его. Кратос, хватай. Мочи, мочи. Вырезай там брюхо и мочилось. Ой, крошка, вот добивание такое вообще жестоко. Так, он еще живой. Держи. Ах ты, он бодается теперь. Теперь козел, да? Баран. Он пошел. Клинки. Старт. Отлично. Хватаем. О, рога вам один. Да. Я тоже смотрю. Это очень жестоко. Так, все. Так, удерживать. Зарядили. А, теперь надо ждать его, поймать его надо как-то. Подловить. А, он поймал его. Поймал. Ладно. Удержаем. Ой. Эх, раньше света. Сейчас подвоем его. Поворачивай нельзя. Блин. Поворачивай нельзя, точно? Нет, ладно. Пока он пускай пролетит туда подальше. Потому что стрела вообще-то улетает. Во, отлично. А, попался. Ха-ха. Поймал. Он расставит его. И выкинул, как букашку. Так, ну явно еще живой. По-любому, думаю. Так, и что делать? Он пополз дальше, да? Ладно, ползи. Сивал, титан, блин. У нас не супиток. Как нам как перебраться? А вон там гарпии. Можешь и сагрить. Вот здесь. Или нет. Может там снизу получится.
например, вот здесь можно их сагрить. Вроде да, вот она летает, пошла грудь такая. Так, где наш лук Аполлона? Иди сюда. Не хватаю. О, блин. Теперь опасно тут прыгать. Сюда. Давай-давай, еще немножко. Все, прилетели. Отлично. Парта. Отдай. Беги. Беги. Шо вон. Сюда. Хватай, хватай. Потяжка бьешь, да? Хватаем. На таран. Жадный. Выкидываю его. Ну все. Как-то так. Поправим здоровье. Поправим здоровье. Отлично. Так, ворота открыть. О, здесь несколько ворот. Угу, какие нам открыть? Любые. Ну ладно, сначала эти-то. А, там бомба. Это можно взять. Так, давай. Прокатим его с собой. Мало ли, вдруг пригодится. Куда нам? Сюда. О. Уловите. Не получилось взорвать. Там можно было. Ну, пенищем она просто взорвется. Так, а чё, Олимпия не горит, что ли? О, горит. Иди сюда. Иди сюда. Побежали. Побежали. Теперь на прокачку вот там у нас. А, он взорвался что-то. Ну, это хорошо. Так. Скрытие. Забираемся. О, сколько у нас сфер-то уже. Блин, нам можно уже прокачиваться. Ну ладно. Будем копить еще. До силы прокачаемся. Так, сюда пойдешь. Ага, понятно. А здесь что у нас? Ага. Еще сундучок. Скрываем. Открывай же. Так, тут там у нас зал какой-то, да? А нет. Мост. Так, магия. Здоровья у нас хватает. Лестница наверх. Ну, прыжок, алиоп. Так, ладно, дальше. Сюда, да? А, пролезть. Окей, о, просто горит. Это что такое? Помогите. Вылез тоже. Так, ну, моба нет, нет. Дом твой. Так, что, помочь ему надо? Ладно. Ах, хит. Я раз и помог. Вот ты кратко безбашенный вообще. А, то есть ему на всех наплевать. Помог.
Так, и прыжок. Теперь наверх, да? Все выше. А вот и Гериус. Ага. Защита. О, блин, прям Спарта защита. А, пулится. Может, он... Это кто? Эх, это же Циклоп. Нормально, ну-ка держи. Тихо, Циклопик. Тихо, ну-ка пасывай. Они побежали на тех, что ли? Седвали управление циклопом, точно, да, мочи Олимпию. Мощный удар. Так, стоп, можно щиты пробить. Ну, пойдем. Циклопик-то наш. Да, их. Не дошли, что ли? Ну-ка, давай. Пиши. Вот и все. Вот это да, он глаз мой вырубает. Жесть. Если сейчас такая жестокая, что в четвертой части будет. Хотя нам показали уже геймплей, трейлер. Что нас там ожидает. Конечно, да, будет нечто. Ставим. Беги с ним. Порвал. Так, где он там? О, лежит. Кратос, я не забыл, что я у тебя в долгу. Спаси меня. Молодой бог такой. Как спас от Атланта. И тогда я отплачу тебе сполна. Если хочешь наградить меня, скажи, где искать пламя Олимпа. Пламя? Тебе не одолеть Зевса, спартанец. Да, что ты говоришь? Ты только погибнешь зря. Волнуешься за мою жизнь, Гелиос. Подумай лучше о своей. Береги силы солнца! Воу! Так, стоп. Что надо сделать? А у нас ослепил. Слепит, Иван, поднимай руку. Давай, давай, подходим, подходим. Держи, бля. О, охереть. Вот это да, бля. Кратос, Кратос. Да он и месит их вообще. Я скажу, чтобы одолеть Зевса, он там весь переломанный уже, бля. А, живой. Пощады просит. Вот они, боги. Сказал, что пламя убьет любого, кто его коснется. И ты поверил. Этот несчастный давно утратил милость Олимпа. Именно просто поэтому необычного я ему верю. Моя смерть не приведет тебя к Зевсу. Понятно, кровь богов. Кровь бога. Ты очень ошибаешься. О, походу он тебя будет добивать. А, жесть. Кратос, что ты творишь? О, бошку отрывай. Вот это... Это просто зашкаливает. Жестокость такая. Фига себе. Все. Солнце. Солнце.
И наступает тьма. Что землей так будет, когда он всех богов перебьет? Голова Гелиоса, бога солнца, оторванное тело. Так, удерживает его. Взгляд бога солнца осветит твой путь. Ну-ка. Ого. Вспышка такая. Вау. Офигенно. Что такое? А, ворота. Я себе говато. Со способностями тут. Так, а зачем подошел к здоровью здесь? Так, мы вспышку начали делать. Оп. И вражину насыплять, да? Видишь свой трупик? Ладно, открываем. О, а тут темнота. Теперь понятно, для чего нам голова нужна. Чтобы так светить, да? Солнечный всплеск. Ну понятно, я сейчас подумаю. Это кто? О, вражина! Тут будет. Еще один. А, слепили. И мочи. Так. Вроде выбрались. Угу. Какие-то подземные руины. А вон и цепь. Путь Элос. Баланса, да? Там же что-то есть, да? Или нет? Нету. Здоровья не надо. Сейчас сохранялка. Здесь. Чуть не пропустил, блин. Ну, что там? Глаз Горгона. Отлично, еще один и будет здоровья еще больше. Хотя нам не так хватает. Ладно, почитаем рукопись. Ага, путь на Олимпию. Окей. Так, и путь наверх. Ладно, сохраняемся. Отлично. И тогда, друзья, здесь мы остановимся. А продолжим на следующей серии. Так что подписывайтесь на наш канал PH3Games, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.